очередной такой ролик. Закончили до челленджа. Сейчас пробежимся, расскажу, что по системке, что стоит. Ну, у нас тут спартанские условия. Мы расширяемся глобально, скажем так. И пока у нас тут ремонтные работы ведутся. Но, тем не менее, все равно мы строим тачки. Сейчас вот у нас Mazda 6-я трехполоска и Dodge трехполоска. Так, полетели. Ребятки, полетели по Dodge. Какие были проведены работы? Это тотальная виброизоляция автомобиля, это крыша, да, слышно? Крылья тут не доберешься, тут чуть-чуть прокатали, полностью выкатали весь багажник, полностью выкатали все днище автомобиля, крышку багажника. Кардинально все, скажем так, закатали виброизоляцией, чтобы максимально было комфортно передвигаться на нем. Ну и полетели по системке. По системке у нас стоит трехполоска, друзья. Вот такая вот красотка, огромные двери. 16-е миды. Ну и, конечно же, серединка и высокие. Качает это все дело, братва, качает это все дело. Шестиканальный процессорный усилитель Helix. Сабовое звено это у нас изготовили мы. Так, ребятки, это у нас моноблок Phoenix Gold, вот такой вот красавчик, вот такая стеклянная на нем крышечка, ну конечно усилитель шикарный, и шестиканальный Helix с процессором внутри, ребят. Все работает по высокому уровню, так как головное устройство не получается заменить на этом автомобиле, ничего такого нету, подходящих каких-то вариантов. И самое интересное, да, смотрите, вот такие вот стелсики, перетянули мы их в карпетик под цвет багажника, ну тут как по бетону, друзья, тут 20 миллиметров стенка передняя и вообще все стенки вылито. Стелсов у нас два в автомобиле, абсолютно ровные объемы, по 19 литров в каждом, это у нас двенашки, хеликсы, К12, вот такие вот красавчики, вот такая вот сумочка у владельца, я только не могу понять, эмочка. Это же BMW, а у нас челленджер. Так, полетели дальше. Что у нас по системке? Ребят, топовая трешка. Топовая трешка от компании Герман Маэстро. Вот такая вот серединка, вот такой вот твиттер. Вот такие вот стоечки мы забабахали тут. Почему они не перетянуты? Потому как машинка будет сейчас отправляться на полную перетяжку салона. Будут перетягиваться дверные карты, сиденья. Ну, естественно, стоечки мы не трогали, чтобы... Это все дело в цвет можно было перетянуть. Сейчас запустим, включу, послушайте, как играет. Братва, играет просто, просто шикарно. Осталось, скажем так, настроить это все дело. Ну, динамики у нас новые, настраивать сейчас... Чуть-чуть поднастроили, да, но когда у нас системка разомнется, мы полноценно все это дело отстроим, выведем сцену и будет красота. Но самое интересное в этом автомобиле не только музыка, но еще выхлоп. Давайте заведем этот прекрасный автомобиль и вы послушайте, как он звучит. Пиздец ушам. Тачка, конечно, что по мотору, просто песня. Тут 5,7, по-моему. Что по музыке, красота. Так, ну мы еще собираем одну машинку. И мы сейчас вам ее покажем. Это Mazda 6. Полетели.